Заря, открывай. Хорошо. Привет. Привет. Проходи. Это к чаю. Да, спасибо. Все, чувствуй себя как дома, проходи. Пошли. Родителей все равно нету, мы одни дома. Чай будешь? Давай. Это что, настоящий? Да нет, искусственный. А ты какой чай будешь? Давай зеленый. Хорошо. Мохито подойдет? Давай. Прикольно у тебя дома, просторно. И камин классный. Кстати, можешь его разжечь. Че, правда? Ну, конечно. Не беспокойся. Ты какие дрова взял? Обычные, вот тут ее. Да они же для декора, не поджигай. Ты не знал, что ты не сказал. Ну ты даешь. Дрова там сбоку камина лежат. Вот эти вот дрова нужно использовать. Сразу бы сказал. Да ладно, ладно. Надо поговорить. Смотри осторожно. Ты осторожно, осторожно. Думаешь, не знаю, как с спичками обращаться. Ну, а вдруг? Так, все, пока костер разжигается и чай стынет. Пошли, я тебе остальную часть дома покажу. Пошли. Вот, ну, в сундуке мёртвы хранятся там. Ничего себе, тебе моток. Так это не мой, и трактор, и машина тоже не моя. Это все Тишин транспорт. Прикольно, можно я прокачусь? Да не знаю, я на нем как-то катался. Ты же больше меня, честь не поломаешь. Да что ты ноешь? Поломаешь почему? У меня такого в детстве не было. Да, ладно, прокатись только, если что, я тут ни при чем. Да расслабься. Ну ты даешь, хоть не ушибся? Да переживу как-то. Давай, второй этаж тебе покажу, пошли. А это, как видишь, гостевая спальня. Видимо, для меня. Ну, типа того. Почему у тебя такой детский ковер гостевой? Ну, так а здесь Тиша играется, а ковер постелили, чтобы холодно ему не было просто. Вот и все. Понятно. Ну, глобус у тебя. Ну да. Я, в принципе, не в многих странах был, но планирую много где побывать. Что у тебя тут? Да так, экипировка для квадроцикла, там шлем. Можно я померяю? Ну, померяй, если хочешь. Поможешь, может? Да, помогу. Все. Походу, он на меня мол. Да, и походу, ты его еще и неправильно одел. Сняли. Все, пошли дальше. А там что? А, это кладовка. Да там ничего особенного. Мой питбайк. Офигеть! Вот это аппарат. Да так, мой питбайк, папин мотик, два велика, инструменты, а все остальное барахло. Ну что себе барахло, может прокатимся? На моем питбайке реально, а вот за папин даже не спрашивай. И давай как-то в другой раз вообще, потому что я тебе сейчас рум-тур провожу. Дань, давай на папином прокатимся. Так, блин, я не знаю, я его мотоцикл даже без спроса не могу брать. К тому же он такой огромный, мы даже не достанем передачу переключить. Сам понимаешь. Пошли дальше. Ты говорил, у тебя PS есть? Да, 4-я, Sony PlayStation. Прикольно. Так, это родительская спальня, сам понимаешь, просили не заходить. Да ничего, я посмотрю. Нет, стой, не надо. Родители просили не заходить. Так, тогда я посмотрю. Это нормальная спальня, а что ты сюда не пускал? Посмотрел, пошли. Это что, маска клоуна? Маска, маска. Пошли в комнату. Ах, ладно. А, кстати, подожди, я забыла вообще в туалет здесь. Если надо, заходи, можешь посмотреть. Тише, как всегда. Под воду, с чего же? Назад. Все. Да, заходи. У меня тут
как всегда, немного беспорядок, вот, ну, вот так вот, даже тише виноват. Ничего, у меня в комнате тоже не особо чисто. О, муравьиная ферма, ты ее на видео вроде показывал. Можно я понаблюдаю? Кстати, они там так классно переселились, их уже намного больше стало. Видишь, вот здесь они все личинки слаживают, а здесь корм, видишь? А где ты их покупал? За ними так классно наблюдать? Да, посмотришь, там в одном из видео ссылочка есть. Прикинь, сегодня еще после обеда я им насыпал на главную арену кучу мака. И они за пару часов все перенесли. И они личинки к маку перенесли. Видимо, чтобы ближе к еде было. Иногда даже по пару дней к ним не заглядываю. Главное просто увлажнить ферму, еды насыпать, и все, им больше ничего не надо. Прикольно, надо с мамой поговорить, чтобы она мне купила. Так что, ложи ферму на место, и я Соньку запускаю, да? Окей. Ничего себе, у тебя книг. Я так понимаю, у тебя книги тоже для декора, как все остальное в этом доме. А, книги я все уже прочитал. Что, самую толстую прочитал? Ты что, не видишь, что там стикер? Я ее сейчас читаю. Ты реально сам читаешь? Либо тебе как мама, как сказку на нас читает. Даня, это что такое? Я правильно понимаю, ты втюрился? Дай сюда. Да, не трогай, дай посмотрю. Зачем ты это вообще взял? Она же взрослее тебя. Ты вообще дрыщ по сравнению с ней. А тебе вообще какая разница? Че ты меня вообще дрыщом называешь? Да ты такой и есть, что ты хочешь? За базар отвечаешь. Отвечаю. Больше не тронь. Да ладно, забудем ситуацию. Только никому не рассказывай, окей? Хорошо, по-братски. Чё, Фортнайт? Фортнайт. Если ты тоже видел Леру, как и я, и она мне не показалась, обязательно ставь лайк. Чисто по-братски. Проходи. Давай. Давай на папином прокатимся. А давай. Пошли дальше. Да не пасть. Все, выше оказалось. Да нет, я ее сейчас читаю. Видишь, там стикер есть. Давай еще. Видишь, это взял. Не надо, давай, давай, прячешь за спину, давай. Зачем ты это вообще взял? Она же, значит, она же взрослее тебя. Ты вообще дрыщ по сравнению с ней. Сейчас, неправда! Давай. Да ты такой и есть, что ты хочешь. Успокойся. Дань, тебе не больно? Даня. Она же меня вставит. Давай. Даня, проснись, мама, дышись.
Ты встань пока. Ты говоришь, да подрались мы. Сейчас он спросит, да. Что случилось? Да. Где его Оскар? Ну Влад просто стоит, ты можешь быстрее. Лер, это ты? Дань, ты себя хорошо чувствуешь? С тобой все нормально? Нет. Дань, что ты несешь? Это я, Даня, какая Лера, ты о чём? Что это я, да? Даня, чинись, никакой Леры тут нету. Влад. Давай. Смотри, пожалуйста. Влад, ты чё, с женским голосом говоришь? Каким женским голосом? Помиримся, все? Да, все нормально. То все, давай забудем это. Да. Так что, грамм закладываем?